Всем привет, меня зовут Данила, и сейчас... Сегодня мы пойдем на спектакль на драмтеатр. Ой, вот там такси, такси, мы идем на такси. Мы приехали. Мы вышли, люди, в театр. Что-то отворачиваетесь. Решили погулять в горсаду, потому что, оказывается, будет 5 часов, а мы поехали. Мы сейчас спешили. Короче, мы успеем все. Вот такие тюльпанчики. Вот красиво тут. Очень. Горсадики все катают. Горсады. Цветы сейчас мы вам покажем. Смотри, тюльпанчики. Ну, это не тюльпанчик, да? Это какой-то мак, мне кажется. В общем, пока что все красиво. Ну, это же рассказывай так. Пойдем, читай. Вы что, это увидели, люди? Да. Это Сурас был с родителями. Замочки. Ой, люди, там это написано. Не знаю, магазин таких замков. Ну, конечно, верно, верно. Ну, конечно, можно, можно. Можно в Африку прийти? Прийти. В Африке дорога такой ширины. В Африке дорога такой ширины. Красота Тверской мезопроковой области. Звонят, так, подождите. Звонят. Вот здесь фокус. Звонят тебе, Наташа. Колесо делаем. Колесо. Тарадам, тарадам. Мы с половиной ходили. Люди, короче, мы посмотрели только первую часть. И, короче, мы сбежали. Был антракт, и мы сбежали. Мы лошары. Потому что мы вообще ужасные. Ужасный спектакль. Мы ни хера не поняли. Мы ни хера не поняли? Там были постельные сцены. Ну, как сказать, постельные. Земляные. В общем, они сосались на земле. Есть что-нибудь? И мужик ударил мужика по жопе. Люди, короче, я пришел со спектакля. В общем, не домой. Вообще уже очень много времени, уже без 15:11, я говорю, очень, нет, это не тихо. Я, короче, доделываю свою математику, мне вообще, я очень люблю вообще. И 2 часа назад я пришел с гулянки. В общем, причем начал спектакль. Мы сбежали с первой части, да, мы потеряли половину билета. В второй части мы сбежали, потому что у нас уже не выносил мозг вообще того, что там было. Было непонятно. Да, я делала уроки. Короче, я уже все делала математику, люди, вы это понимаете? Нам нужно было нарисовать рисунок по координатной что-то там. По координатной штучке. Вот видите. Короче, высокую координату у меня получилось, люди, вы понимаете? Вот. Это вот. Спектакль. Я сначала думала, что, знаете, я думала, что это вообще такой для детей, типа для детей. Ну, вообще, это казалось для взрослых, там сосать, там вообще просто вращенство полное, разврат. Они, короче, там целовались, трахались на земле. Да. В общем, так вот. Не советую детям, да и взрослым тоже, потому что просто все, у всех просто ломалась башка. Вообще ничего не понял, просто все были бабниками и шлюхами. Ну, мужичницами, не знаю, как сказать. В общем, пока. Пока.